С начала года по стране было зарегистрировано 39 фактов коррупционных преступлений в сфере спорта, два из которых приходятся на область ЖТСУ. Отмечается, что в выявленных случаях выделенные денежные средства были использованы не по назначению. Как следствие, низкий результат спортсменов региона на международных соревнованиях. Об этом стало известно по результатам анализа, проведенного Департаментом агентства по противодействию коррупции по области ЖТСУ. В отношении нарушителей закона были предприняты соответствующие меры. В этом году на развитие спортивной отрасли региона было выделено 17,5 миллиардов тенге. В республиканском рейтинге по финансированию этой сферы область ЖТСУ занимает 6-е место. Как отмечают специалисты отрасли, 70% этой суммы направлены на неолимпийские виды спорта, а потому руководителю областного управления физической культуры и спорта было поручено пересмотреть эту систему и отдать приоритет олимпийским видам спорта. Кроме того, было отмечено, что 6 спортивных школ региона и 4 клуба будут объединены. В формате анализа выявлены целый ряд, порядка 30 коррупционных рисков. Это связано и с финансированием, в частности, эффективной реализацией момента, формальными учебно-тренировочными сборами и в целом, которые приводят к коррупционным рискам и хищению и злоупотреблениям путем присвоения бюджетных средств. Сегодня также мы обсудили итоги или же промежуточные показатели реализации этих рекомендаций.